В юго-восточной части Турции, населенной преимущественно курдами, прошли многочисленные манифестации, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией. Выступления курдов приурочены к 16-й годовщине со дня ареста Абдуллы Аджалана, основателя рабочей партии Курдистана. С 12 года осужденный на пожизненное заключение Аджалан участвует в переговорах с турецким правительством о мирном урегулировании курдского вопроса и разоружении РПК. По некоторым данным, ожидается, что Аджалан призовет сторонников сложить оружие в марте этого года. О том, что мирный процесс близок к кульминационной точке, заявил в минувшую субботу премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Однако сторонники Аджалана не хотят мириться с тем, что их лидер остается в заключении и требует его немедленного освобождения. Несмотря на усилия турецкого правительства, авторитет РПК продолжает расти среди турецких курдов в последнее время. Этому способствует участие бойцов РПК в боях против ИГИЛ на территории Ирака и Сирии в составе ополчения Пешмерга.